Я всех приветствую. Зовут меня Ирина. Очень часто люди попадают в тяжелые ситуации, часто ошибаются и теряют деньги. В таких ситуациях была и я. Я зарабатываю 8 лет в интернете. И иногда, знаете, встречаешь какой-нибудь проект, там обещают баснословные проценты. Ты такая, глаза разбежались, увидели проценты, даже не хочется вникать, откуда будут браться деньги. Вы закидываете туда свои деньги, а потом хоп, и проект скамится. Я тоже не исключение, у меня были взлеты, были падения, я обычный человек. Но с годами я стала умнеть, разбираться, откуда же все-таки берутся деньги. Я участница суперкопилки с 2019 года. Вот если вы попали в похожую ситуацию, потеряли свои деньги, суперкопилка вам в этом поможет. Давайте разбираться подробнее. Открываете раздел «Главное», «Актуальное» и программы компенсации потерь «Стоп-долги». Суперкопилка готова не словами, а делом помочь людям, которые потеряли свои средства или оказались в сложном финансовом положении. Для этого в суперкопилке работает программа компенсации потерь «Стоп-долги». Каждому новому участнику суперкопилки программа компенсации потерь «Стоп-долги» компенсирует потери в следующих ситуациях. Финансовые потери, проценты, неполученные вклады, компенсация расходов на погашение взыскания по судебным исполнительным листам, жертвы ограблений или краж, потери вследствие несчастного случая или стихийного бедствия, средств за покупку в случае, когда товар был оплачен, но вам его не отправили, или товар был испорчен, а продавец отказался его заменить или компенсировать потери, оплату за обучение, деньги за путевку, билет, бронь отеля, в случае, если вы путевку приобрели, но воспользоваться не смогли, оплату страховки, оплату лечения лекарственных препаратов, потери на фондовой бирже и затраты на погребение. Право на компенсацию имеют участники, подавшие заявку на получение компенсации не позднее 7 дней после самого первого взноса новыми деньгами. То есть, как только участник сделал самый первый взнос новыми деньгами и после этого прошло 7 дней, он теряет право подать документы на участие в программе компенсации потерь «Стоп-долги». Как получить компенсацию? Новый участник обращается к своему партнеру или консультанту, который пригласил его в проект, и сообщает ему о своем желании получить выплату компенсации потерь по программе «Стоп-долги», а также предоставляет материалы, подтверждающие понесенные потери. И обо всем подробно вы можете почитать в этой главе. Как использовать компенсацию, как связаться со своим партнером или консультантом. У вас у каждого есть наставник и консультант в вашем кабинете. И вы заполняете форму. Сейчас я вам очень советую, если вы еще не в суперкопилке, пройти регистрацию по моей ссылочке. Сейчас здесь такие обалденные проценты, о которых можно только мечтать. Смотрите, какие у нас депозиты. Вы можете получить в 5 раз больше, в 4 раза больше. Вот смотрите, создать депозит. Вы вносите, допустим, $10 и с учетом промокода получаете $54. Ну а если у вас нет промокода, то вы получаете, то есть без промокода вы получаете почти в 5 раз больше, $48. Обалдеть! Таким предложением нельзя не воспользоваться. А помимо программы «Стоп-долги», вы можете получить при регистрации бонус новичка, это $30. И с вами будет работать консультант, строить вам пассивный доход и помогать во всем. Консультанты за это получают деньги. А свою партнерскую ссылочку я оставляю под видео. Советую вам долго не думать, суперкопилки исполнилось уже 8 лет. Нам уже не нужно объяснять, что мы работаем и суперкопилка платит. Всем пока!